Я не могу сказать про остальные первые два конгресса, потому что я был далеко отсюда, был не въездной, был в розыске, поэтому я присутствовал только на этом конгрессе. В принципе, организовано нормально. Единственное, я бы сказал, недостаток в этом, наверное, это надо учесть в будущих, это оргкомитет, наверное, потому что я считаю, что вот бывший экс-башкан Гагаузии не должны как бы просить, пригласить меня на этот конгресс, составлять как она, автобиографии или как она там. Ну, это некорректно, неэтично. И в связи с этим не было и здесь и табунщика не было, и крайтора не было. Потому что я считаю, что на самом деле это унизительно. Зачем их заставлять писать? Они уже известны, кто они такие. И просто за честь надо приглашать их, потому что это наша история. И история нашего народа. Она плохая или хорошая, но это наша история. Мы ею только на этих страницах истории должны только учиться на нем. Пожмем мы плоды или не пожмем, это зависит от каждого из нас. Но в будущем я считаю, что то же самое, допустим, и от депутаты Народного собрания, допустим, Гагаузии, или депутаты парламента Молдовы, которые в стране были. Я думаю, что тоже им, они уже известны у нас, во всяком случае, в среде, у нас в Гагаузии, где проводится этот конгресс, эти конгрессы проводятся, их не надо заставлять писать. Я думаю, так лучше будет. А так, в принципе, было организовано очень хорошо, насколько возможно это было организовано. И я думаю, что в будущем все-таки в ноябре месяце проводить этот конгресс нежелательно. Ну, желательно проводить его в сентябре или до конца октября, чтобы он прошел. Почему? Потому что в этом зале лучше не проводить его, лучше проводить, как проводится под шатром на улице, больше возможностей, больше это самое. Но так мне понравилось. Я не говорю, что есть моменты там по выступлениям, есть много шероховатостей, но я думаю, что дальше оно будет оттачиваться.